День добрый, на связи Амкабовский. Сегодня мы продолжим с вами проходить Fallout 4, и это у нас уже с вами 90-я часть прохождения. Сегодня мы с вами продолжим следовать Кембридж. Вначале совершим визит в одну, ну, относительно небольшую локацию, хотя довольно объемную на самом деле, ну, средне-малых размеров, средних даже, вполне средних размеров, под названием пивоварня Бинтаун. Почему-то я ее забыл посетить, но теперь-то мы вспомнили про нее. Ну и как раз пойдем по вот этой полосе, она очень длинная, очень концентрированная будет. Ну ладно, обо всем по порядку. Бинтаун, Бинтаун, Бинтаун. Тут можно и пешком добежать, так далеко. Так даже будет поатмосфернее, что ли. Место несложное. Место... Да ладно! Чё, опять? Ладно, я пока сделаю вид, что я этого не вижу. Но, по-моему, опять 4 кадра теряется. Ну, плавность немножко страдает. Есть такая проблема, я заметил. Я не знаю, с чем она связана. Но в основном это бывает, когда ты запускаешь компьютер не свежий, то есть уже что-то на компьютере делал. То есть там поработал, что-то поделал. Начинает 4 кадра терять. Такая ошибка у нас уже на видео была. Она еще и закрытая. Весело. Интересно. Ладно, тогда как? Так, поступим с вами. Пивоварня Бинтаун. Или сейчас перезагрузиться. В любом случае перезагружаться надо будет. Ну ладно, сейчас уже сошли. Не-не-не, тут так. Даже не понял, что произошло. А как он заорал-то? Ладно, давайте игру тогда я сейчас перезагружу, потому что я все равно перезагружаться, так что не теряйте меня. Ну все, перезапустил компьютер, сейчас это проблем быть не должно. Может быть, сейчас это уже и не так заметно, но, блин, лично я замечаю каждый кадр уже, потому что 90 частей как-никак. Каждая мелочь имеет большое значение. Так. Пес, а что с тобой? Да. Не буду это комментировать. Ай, я же не трогал его. Ну, рожу тебе шарапал. Прям какой-то прожект зомбоид. Есть еще придурки. А если найду? Тут ничего у нас нет. Тут тоже ничего. А! Он совсем слепой. Я знаю, что ты здесь, я тебя найду. Дебилы. Ну, он правда слепой? В рейдеры берут аутистов или как? А, где что? Дебил! Он сам себя поторвал на растяжку, что ли? Ай, блин, я угораю с них, придурки. Это как там это писало, помните, в записи Каравана Джексона? Про рейдеров, что один на нож наткнулся. Эти дебилы перебились и прочее, прочее. Ну да, весело было. Типа этого. Где хоть? Ладно, хрен с ним. А, дебил, он на свою шерстяшку. Придурки. Просто придурки. А, это Том Башни, это их лидер. Так, а что должно было сработать? Что должно было сработать? Может быть, связка гранат, но она уже как бы активировалась. Придурок. Все. Не так уж сложно, правда? Только я не понял, что должно было... Ну, тут, я так полагаю, была связка гранат. А, вот веревка даже осталась от них. А тут что? То, что должно было сработать? Непонятно. История умалчивает. Ладно, давайте все по порядку осматривать. А, это еще и конец. Тоже эти придурки есть. Опа, опа. Пес обосрался. Походу он дверь открыл. Спил. Тайник с крышками. Нормально.
Угу. Лутово. Так, немножко лута. Немножечко лута. Собачья консерва, ложка, едите, нормально. Тонко. Ну да, они любят это дело. Помните, мы уже находили такую запись. Одну из подземок. Сейчас, погодите. Да, спасибо. Чего-нибудь хорошего, может быть, пожелали. Ну, спасибо только в том случае, если пожелали. Так. Сюда путь закрыт. Тут больше я ничего не вижу. Вроде как. Тут у нас дверка легкая. Это не проблема. Реально легкая. Sweet. Вообще нет проблем. Тут, по-моему, тараканы будут. Блин, я ж помню все это. Когда это было? 100 лет назад. Один мир, что ли, летит? А, там рейдер. Нет там никого. Да, ты абсолютно прав. Нет никого. Да где хоть? Под нами, что ли? А, вижу. Ну, он слепой, да, он? Ай, в шоке. Надо таких придурков трогать. Эй. Так, придурки. Терминал. Данные за первый квартал. Данные повреждены за второй квартал. Тоже данные повреждены за третий квартал. Данные повреждены за прогнозы на четвертый квартал. По сравнению с предыдущим годом ожидается увеличение капитальных затрат на год благодаря сокращению бюджета и снижению контроля качества продукции, включая увеличение соотношения воды к суслу. Отдел управления брендом объявил о начале рекламной кампании пива Bunker Hill для малообеспеченной аудитории, которая, как мы все знаем, тратит более крупную долю наличного дохода на пиво и солдовые напитки. Рост валовой прибыли ждается до 78 года. Ну, понятно. Если аудитория не шибко грамотная, но обеспеченные слои населения, как правило, такие, то... И что он хотел сделать? Своим пультиком затолкать нас до смерти или что? Не помню, что это был за высер сейчас. Дебил. Дальше можно сделать пивасик. Ну, попроще. Ну да, все равно для малообеспеченного слоя населения важно не сколько качество пива, главное, чтобы там был алкоголь, от которого можно сжаться. Как боярышник какой-нибудь. Ну, увы и ах. Так, ладно, тут мы все смотрели, вроде как. Дырку туда вниз я пока что прыгать не буду. По-моему, туда можно проникнуть. По-другому. А что в любом случае мы туда попадем. Так, ни хрена себе такой долгий путь проделал, чтобы нас найти. Пивасик. Логично же, пивоварня. Должно быть много пивасика. Так, давайте более структурно, чтобы это было. Вот мы пришли от седа, да? Тут мы все смотрели. Угу. Угу. Тут у нас я ничего не наблюдаю. Тут как бы тоже. Тут тоже. Тут тоже. Тут тоже. Тут тоже. Никаких секретов пасхала. Нет. Фух, пронесло. Ладно, тут мы не смотрели вроде бы. Или смотрели. Нет, здесь ничего. Ладно, тогда идем вниз. Тут у нас... Ну да, такая прикольная пивоварня. Пива здесь уже давно практически нет. Это бутылки из-под пива. Не пиво. Тоже бутылка из-под пива. Хотя пишут бутылка пива. Да, с периодом здесь явно косячили. Ё-моё. Все пожрали. Опа, вот это уже не пожранное. Гвинет Пилзнер. Угу. Угу. Все собрали. Еще немножко пустого пива. Блин, я говорю, тот, кто это все делал, реально молодец. Сделали прикольную вставку, типа тут мишки трахаются. Как это мило, утипуси.
Еще бутылки пива рядом стоят. Нет, я говорю, что тот человек, который расставлял здесь все вот эти объекты, все вот эти шутки, а шуток с мишками тут очень много, на самом деле, для внимательных игроков самое то. Они реально достойны высшей оценки, высшей похвалы. Я это уже много раз говорил, не устану это говорить вновь и впредь, потому что, ну, это реально весело. И каждый раз, когда мы что-то такое находим, это всегда выглядит забавно. Потому что не все это заметят и найдут. Этот весь прикол. Цветочки забрать нельзя, еще и на коврике. А, весело. Ну что, хоть не на клеенке, что? Так, это все забираем. Это все тоже забираем. Так, сюда ну, можно зайти. Угу. Так, все забрать. Тут пусто, хотя мы не почищали. Довольно странно. Куда это нас приведет? А, ну тут мы как бы были. Ага, ну хорошо, мы знаем, куда эта дорога ведет. Дальше не пойдем. Потому что уже осмотрели ее. Так. Тут мы ничего не пропустили. Там пусто внизу. Да. Тут у нас. Чувак сидел, бухал. Нормально. Походу, топился до смерти. А может просто во время всей этой катастрофы. Бухал, умер. Тоже не исключено же. Больше там ничего нет, вроде как. Так, тут у нас тоже чисто. Там что-то есть. Ну слушайте, ну это реально весело. Вот за такие моменты эту игру реально обожаешь. Тут Мишка сидит, попивает в шляпе чаек, читает газету, рулет и кофейник. Ну блин, ну реально молодцы. Молодец тот, кто это делал. Это реально весело. Вот и просто хрен найдешь все это. Да, вот сейчас видно, что тот, кто это делал, потрудился реально на славу. Реально молодец. Потому что хрен заметишь, это хрен найдешь. Только такие внимательные, скрупулезные, как мы, это будут осматривать и искать. А тут что должно сработать было? А что сработать-то должно было? А! Угу. Лифт. Угу. Пока не поедут на лифте. Потом, в любом случае, если мы не найдем ту точку, мы туда съездим. Ну, вроде как снизу мы... А, вот сюда мы заходили еще. Так, тут у нас что? Похоже на ночку говоря. То он банши, то мы башни. Не банши. Банши — это машины серии GTA. Так, это я забираю. Это я тоже забираю. Пивасик. Ну, в основном бутылки от пивасик. Ну, логично, если рейдеры тут обосновались. Было бы очень странно, если бы они пиво не выпивали, а сидели и оба охраняли. В первую очередь выжили все остальные запасы. А что еще не успели выжить, то, может быть, и осталось. Так, давайте на... А, тут под руку нельзя. Так, тут все. Тут еще не все. Теперь все. Все? Ну, вроде как. Угу. Тут у нас. Угу. Тоже все. Угу. Тут у нас, значит, все. Значит, идем наверх. Все выжито. Ну, хотя бы стратегический запас стекла не собираем. Угу. Тут ничего. Это та самая лестница. Ага, тут мы были. Тут мы тоже были. А, нет, тут мы не были, от спуска несколько раз таки. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Угу. Так. Одна дверка, весело. Пивасик. Угу.
даже свой есть. Весело. Шкалка позолоченная. Богатые рейдеры. Угу. Все собрали. Что-то сегодня голова болит. Опа, вот это не взяли. Лампочка, бутылка, пивасик, терминал. Пивоварня Бинтаун. Справочная служба туристического центра. Информация об экскурсиях по пивоварне. Экскурсии проводятся каждые полчаса и длятся примерно 5-6 минут. Не смущает, что всего лишь 5-6 минут длится, а раз по 30 минут. Ну ладно, ладно. Набухались просто и надо их увезти. Ну ладно, тихо. Короче, дальше. Со стакада посетитель наслаждается видом на пивоварню с высоты птичьего полета. Пивоварня несет ответственность за ущерб, вызванный падением со стакада. На ради вашей безопасности установлено ограждение. Экскурсии включают скидку на $5 при покупке товаров в сувенирной лавке, а также бесплатную дегустацию на парковке перед отъездом. Температура бесплатных напитков для дегустации не гарантирована. Стоимость экскурсии $25, дегустация $5. Хитро, хитро. Короче, кто-то набухается, упадет. Кто-то перед отъездом, когда за руль будет садиться, тоже выпьет. Нормально, почему бы нет. Ой, это жуткая мелодия заиграла. Сейчас мы тут ходили, ничего страшного. Вот мы зашли с этой стороны, чтобы триггер запустился. О, ужас, как жутко. Мы попали на пивоварню. Маразм, маразм. Ладно, хрен с ними. На что пнести. Так, пиво, пиво. Что, для боулинга? Ну, чтобы хоть как-то поразвлекаться с выпитыми бутылками. С осушенными. Все равно набрахлит. Тут, походу, музей важных кирпичей. За неделю нет, просто стенка ввалилась. Так, надеюсь, что мы ничего не пропустили. Да, вроде нет. Здесь, по крайней мере. Идем дальше. А, мы тут были. Нам надо на ту сторону. Тут есть проходы. Так, тут у нас этот псих. Тут у нас пусто. Стоп. Ну, просто я предполагаю, что это может к чему-то... Может и не привести, ладно. Хотя, если туда прыгнуть... Да нет, там ничего. Просто это старая добрая привычка, когда... Ты что-то хочешь проверить, лучше проверь. Вдруг там что-то прижало. Так, сюда... Ну, прикольно, прикольно. Том башня. Пёсик. Dog! Head over there. See if he had anything worth taking. Over here. Ладно, пока прибежит, я залутаю тут все. Заборы. Вы нашли выпуск журнала «Заборы». Теперь вы можете строить в поселениях заборы. Да кто бы мог подумать, что найдя журнал «Заборы», мы сможем строить заборы. Ладно, Picket Fences, 3299. Первый выпуск. The House of Tomorrow. Дом завтрашнего дня. Spy Local Convention. Блин, нечитабельно. Ну, можете на паузу почитать, поразбираться, если хотите. Просто не хочу затягивать. Я все это начинаю, потому что раньше считал, разбирался. Ну, здорово. Теперь можем строить забор. Кто... А, вот он, этот лифт, куда ведет. Тут у нас сложный сейф. Да ёб вашу мать. Там... Угу. Yes. Угу. Рецепт пива Гвинет домашняя. Круто, рецепт пива нашли. Хорошая тема. Добро пожаловать в сеть Рабкоин Дастрис ТМ. Приветствуем в случае пивоварни Гвинет. Данная голографическая запись содержит закодированные подпрограммы для пивоварения под брендом Гвинет. Эль дохлого бриташки.
Попытка использовать эти программы без лицензионного соглашения считается кражей корпоративных секретов и преследуется в соответствии с законодательством. Если вы нашли данную запись, пожалуйста, верните ее в ближайшую пивовальню Гвинет за вознаграждение. А, ну да, да, нам надо выкинуть эту голую запись, потому что это незаконно. Ладно, ладно, шучу. Хотя... Одна крышка, вы прикалываетесь. Эй! Глупый пес. Ну, в принципе, хватит. Так, терминал Тома башни. Жена. Беда. Ребята начинают нервничать. Пиво еще полно, с едой напряг. Спарта со своими вышла из Куантола на поиски. Спарта уже ликвидирована. Если мы не найдем что-нибудь съедобное в ближайшее время, народ начнет дезертировать. Ближайшее хранилище — это федеральный склад. Помню, чистили его. Только, видимо, родители Рыжий Лили Турет так и не научили этих сучек делиться. Если до Спарты... А Спарта не будет вести, придется идти на штурм. Вот ведь лажа. Мы пытались взять склад штурмом, но Лилия, Рыжие и остальные вцепились в него как клещи. Половину наших порешили, пока мы не свалили. Отброс с крюком захватили заложников. Может, удастся их обменять на пару кексов. Один плюс, теперь меньше народу кормить. Ну, так можно их съесть. Пленников, разве нет? Джекпот. Лилия! Это же Лили, чтоб ее. Я эту тварь где угодно узнаю. Отброс привел заложников ко мне. Как только она ушла, меня осенило. Мы спасены. Теперь Рыжий придется пойти на сделку. Если не хочешь, чтобы сестру ее вернули по кусочку. Ей вернули по кусочку. Сколько еды? Первый раз вижу столько еды. Когда ей сказали, что у нас ее сестра, Рыжий решила, что мы брешем. Но письмо от сестренки быстро оставило все по местам. Теперь ящики текут к нам рекой, как и новобранцы. Если так пойдет и дальше, до конца года сможем ударить по Корвеге или по политеху ЦБ. Твою мать. Твою мать, как она освободилась? Это же сучка к полу была прикована. Напала на меня во сне. Мне доказалось, я ей в ногу уцелюсь. А теперь кровище повсюду. Надо все убрать и что-то придумать с телом. Никто не должен знать. Рыжий ни хрена нам не даст, если узнать, что ее сестрица сдохла. Ну да, правильно. Значит, те записки, которые отправлялись, действительно были написаны им. Проблема решена. Сегодня пришли слухи о жирном караване. Вся банда отправилась за ним, только он так и не явился. Потому что не существует. Пока никого не было, удалось запихнуть тело Лилии в одну из бочек. А, ну то есть специально он пустил слух, чтобы люди ушли. Мне кажется, у нее даже вкус стал лучше. Теперь одной проблемы меньше. Но этой банде кирдык, если мы лишимся продовольствия. А это значит, Лили должна продолжать писать письма. Надо где-то раздобыть ручки. Рыжая мертва. Кто-то прикончил Рыжую и всю ее сраную банду. Да, кто бы это мог быть? Отправлю ребят на разведку, надо удостовериться, что те, кто это сделал, не решили там построиться. И забрать припасы. Надеюсь, там еще не все разграбили. Вообще-то все. Корвега. Итак, Джареда завалили. Кто бы это тоже мог быть? Он был наркоманом. Да и то еще сволочью, но завалить его явно было непросто. Нам понадобятся еще пушки. Ну, теперь и тебя завалили. Как я уже говорил, что когда мы убиваем одного из основных рейдеров, то есть, как бы, чистим места с заставами рейдеров, топы у них, ну, на терминалах других рейдеров появляются записи о том, что они мертвы довольно часто. Причем важна последовательность. То есть, по-моему, если вы кого-то убили, а потом уже... Так, стоп, а мы что, все рассмотрели, получается? Ну, вроде как. Если вы кого-то убили, то потом на его записи не появится... Ну, терминале вроде как не появится записи о том, что убили кого-то в других местах. Ну, это логично. Не будет же мне вот написать. Хотя, с точки игры, могли бы накосячить это... Не просчитать разрабы. Тем не менее, все просчитано. А пивоварня Бинтаун тем временем зачищена. Так что можем сваливать. Угу. Ну, по идее, мы перегружены, уже нам надо идти выгружаться. Но я этого не буду сейчас делать, потому что сейчас мы будем смотреть квадраты окрестности Кембриджа. Там особо лута нет, я так полагаю. Поэтому шибко сильно напрягаться не будем. Ну, это мы все осматривали. Так, если... я ничего не путаю. Обычно ничего не путаю. Ну, вот этот квадрат, вот это уже смотрели 100%, вот этот, не помню, смотрели или нет, вот этот точно не смотрели. Так что начнем с этого квадрата, надо удостовериться, что мы его не осматривали. Так, мы правильно идем? Нет. Ну, сейчас пойдем зачистим. По-моему, мы его осматривали, стопудово, мы его осматривали.
Да, мы его осматривали, это я точно помню. Значит, осматривать не будем. Так, значит, нам надо осматривать вот этот квадрат. Ну, на мосту ничего нет, под мостом тоже. А вот к лодке туда я сплаваю. Вдруг там что-то есть. Ё-моё. Давай, давай, ё-моё. Он фонит, капец. Мозг грипп. Скелет. А, тут яйца, клад яиц. Так, стоп, срочно. Радыкс. Тут сдохнем сейчас нахрен. Вы все прям прилеплялись? Рядом с радиацией, хитрожопая. Так. Так. Ух, разобрались. Тут у нас какая-то заброшенная штукенция. Да, радиация, что-то мы жестко понахватали. У нас там раньше же были более слабые виды защиты, они от радиации защищали. Сейчас у нас нет защиты от радиации. That's it. Ну, это опасно, может. Плохо хочется нас. Так, стоп, кто здесь? А. Не пугайте. Еще? Че, вас так много тут? Так где хоть? Все успокоились. Вроде как. Так, антирадин. Пора уже юзать. Так, мозг грипп. Всякий лут. Там еще нет у нас. Тут как бы тоже. Удочку вижу. Нормально, кто-то здесь прятал. Радиоактивные отходы. Там не отпугнет ничего. Вроде как нет. Ну ладно. Теперь взломаем вторую. Угу. Хотя бы тупо ради опыта. Nice. Фух, вышли. Пипец. Наглотались. Радиация. Да, не без этого. Ладно, давайте исследовать этот квадрат. Начинается он где-то... Ой. Начинается он где-то у нас от седа, я прав. Ну, плюс-минус. Где-то вот отсюда. Правильно? Ну, можно сказать и так. Да, и все то, что справа наше. Правильно? Да, все то, что справа наше. Ну, пока тут я ничего не вижу. Угу. Правильно хоть идем? Угу. Да, правильно. Так. Угу. Пока вдоль берега. Вдоль береговой линии. Вот тут что-то будет. Болотники, например. С ними всегда приятно встречаться, потому что много опыта с них можно убить. Лут полезный, который готовить приятно. Ну, в том плане, что с него много опыта дается, да и сама вещь по себе ценная. Ну, давайте до седа. Наша удача равна девятке, я хочу попробовать. Получится. Что, зря качал ее. Ну, раз лук заспавнился. Уже были. А, он еще пытается. Что-то долго он пытается. Раз тут респаун вещей прошел, еще бы не собрать это. Давайте, давайте, вы сможете. Я все равно потом, когда на десятку вкачаю, я буду их выбивать. Но у нас равна девятке. Ладно, не буду сейчас с ним заниматься. Так, квадрат. Так, полчаса мы уже с вами пишем. Угу. Давай, прыгай. Я ничего не наблюдаю. Так, хорошо. Сюда идем. Ну, это место уже нам знакомо. Или...
или не были. Придурок. Я кое-что вспомнил. А, я его еще с собой таскаю. Я же не переделал оружие. Мой косяк. Сегодня 100% переделаю. Что-то я забыл про это. Так. Тут как бы подход к городу. По этой стороне. По этой стороне, конечно же. Мы разве тут не забирали все это? Нет. По-моему, я тут... Нет. Либо респаун вещей прошел. Нет, это респаун вещей прошел. Мы тут все забирали. Да были мы тут. Были, это 100%. Да. Ой, это незаконно было. Мне так жаль. Не, ну я заново все это обирать не буду, ибо... Ну сейчас тут, раз уж мы находимся, я это все позабираю. Я не буду все это собирать заново, потому что, как я уже сказал, мы это место чистили, просто прошел респаун. То есть, как бы, первый раз мы обязаны все собрать, второй раз мы не обязаны это делать. Стой, пес. Эй. Давай, давай. Опа, уже перегруз. У тебя пачка сигарет уже тяжелая. О, ну нам повезло, мы еще можем ходить. Ровно 470 килограмм. Обычно перегруз бывает. Ну, там мы были, все это мы... Мы же там были? Мы были. Просто дверку взломаю, скорее всего, она на замке. Чисто ради опыта. Хотя бы. Got it. Угу. Тогда нам надо сейчас валить отсюда уже. А мы тут точно... Блин. Короче, валим. Нам в любом случае... Надо текать, ибо опыта... Тут опыта... Веса свободного нет. Да, смотрим эти квадраты. Вообще, вот эта линия очень длинная, ее долго мы исследовать будем. Там много зданий. Песик, ничего личного. Стой. Кюри это понравилось. Пайпер это понравилось. Очень хорошо. Так, сразу вот это сделать. Так, идем на базу. Надо все это повыкладывать. И с пистолетом поколдовать. Переставить на него апгрейды с нашего текущего. У нас текущий он вообще с какими-то свойствами или обычный? А, урон супермутанта. Ну, мы не используем его против супермутанта, так что нормально. Будет. Блин, быстрее бы закачать еще один уровень. Удача будет равна десятке. А это что значит? Что наконец-то мы сможем на следующем уровне через один взять уже что-то новенькое. Ну, я знаю, что мы возьмем. Хотя нет. Не знаю. Ну как? Я думаю. Трощу, наверное, можешь подождать, все равно сейчас не разбираем оружие. На броньку взять. Стой. Пес. Heads up. Move here. Давай, давай, глупый пес. Here. Еще медленнее можешь ходить? Ни хрена себе, сколько мы тут всего понасобирали. Так. Так. Ни хрена себе, сколько бутылок. Больше сотни бутылок, капец. В общем, место для фарма стекла идеально подходит. Если кто-то захочет его начать фармить по каким-то причинам. Десять пачек сигарет, офигеть. Ну да, неплохо так сходили.
идет оружие. И одежда. Кожанка. Металл. И нам нужны. Вроде бы. Очки консервы. А хотя мы все, давайте будем честны, мы все равно их не надеваем. Я сейчас буду... Нет, фух. Я уж перепугался. Так. Похоже, мы что-то там довольно интересно нашли. Угу. Так. И модификация нету. Нет таких штукенцев нет. Так, что там надо? Молоко. Набор пончиков. И банки. Угу. Так, сюда взрывчатку. Угу. Так, дальше сюда. Что-то мозги сегодня не работают. Самочувствие очень мерзкое, паршивое. Это плохо, на самом деле. Логично, что это плохо. Пивасик. Да, пивасик много собирали. Ну, не так уж много, в сравнении с пустыми бутылками, но все же. Угу. Так. Сюда это. Не понял, было что-то там на вес из разного? Узнаем. Угу. Так, поспать обязательно. Угу. Так, надо пистолет переделать. И на броньку посмотреть. Так, пистолет. Бла-бла-бла. Так. Все снимаем. Так, и надеваем теперь. Сжигающий. А, сжигать не это. Бла-бла-бла. Чё он там за хрень курит? Клоун. Потому что... О, понятно. Ну вот. Прям один в один. Только теперь будет плюс 15 урона огнем. Учитывая, что у него всего 22 урона обычного. Очень хорошая пушка. Ну, блин, даже... Это ж прикольно выглядит. Кто будет подопытным? Стой. Что кончится? Не, ну, в принципе... Прикольная отсаска, прикольная. Ничего не скажешь. Всяко лучше, чем то, что есть. Что было, точнее. Так, сюда броньку надо. Угу. Только не свинцовая она будет у нас. Прикарманенная. Окраску военную. У нас же там обычная, без характеристик вроде как. У нас одета 30-30, у этого будет 40-40, ну явно лучше. Тут даже в гадалки не ходи. Ну да, она и выглядит посолиднее. Здорово. Так, надо спрятать. А, броньку сюда. И пушку, да. Так, сюда старую пушку. Мутант истребительный пистолет. Сюда. Нет, сюда. Сюда броньку. 160 веса. Так и должно быть. Не помню, вроде как. Так, потом... Сейчас мы вроде подольше повозились, чем тогда, поэтому я сбегаю
на красную ракету. Опять песика понасилуем, посмотрим на реакцию. Может быть, уже прошло достаточно времени. Просто чем быстрее мы это улучшим отношения с Кюри и с Пайпер, тем для нас будет лучше. Бежит, бежит. Он просто еще не знает, что его ждет. А, в принципе, знает. Не глупый, наверное. Ну, наверное, еще слово. Да. С этим не поспоришь. Так, стоп. Эй. Да, зачлось. Я же говорил. Что там у нас, кстати? Там вроде какому-то поселению помощь нужна была, или это уже не актуально? Вроде нет. Ну, есть только квестов, а мы не спешим их выполнять. Так, значит, как мы сейчас поступаем с вами? Ну, надо досмотреть тот квадрат. Двигаться дальше. Блин, еще 300 уровней, это пипец. Не, у меня есть одна идейка, как можно все это провернуть. Но это можно с ума сойти. Потому что это реально будет капец. Я потом, наверное, сделаю, не знаю что, нарезку, не нарезку. Да пошли в жопу своими поселениями. Это вам надо, не мне. Их защищать. Блин, мы еще и ночью пришли сюда. Так. Вот этот квадрат мы осмотрим, да. Ну, давайте осматривать. Тут мы там подушку могли с соломой забрать. Угу. Тут мы все собрали. Тут подушка была. Угу. Которую хрен заметишь. Неоруженным глазом. Ну, как-то так он идет, да? Ну, в принципе, квадрат несложный. Мы справимся. Емент Брай. Угу. Ну да. Ладно, давайте по начинке смотреть. По начинке я тут ничего не вижу. Да, ночью смотреть такие места, это самый топ. Не, ну если, конечно, по факту говорить, то тут ничего особо-то и нет. Тем более мы тут как бы все это посмотрели. Нету здесь ничего. Ну, красиво так походить. Угу. Так. Мина. Угу. Ну, это уже как мы немножко нарушаем юрисдикцию. Ну. Сука. Была другая мина. Специально заминировали, чтобы гули не убежали из города. Там даже проснулся. На втором этаже ходит. Ладно, сейчас туда не идем пока. А что не идем? В принципе, там квадраты смотрели. Ну, как бы да. Тут же мы были, вроде как. По-моему, да, по-моему, нет. Угу. Не, по-моему, тут не были. Угу. Угу. Сейф. Лод. Yes. Угу. Нет, тут мы не были. Вставать не хочет. Он же очень дикий. Ну прям очень-очень дикий. Проспал свое время, чувак. Будильник тебе не помог. Ничего.
Ну, теперь мы можем сказать, что мы это место осмотрели. Так, с этой стороны мы точно посмотрели. Нет ничего более. По крайней мере, я это не наблюдаю. Ладно, давайте это место как раз. Что с тобой? Он что-то знал. Какого хрена? Эй, придурок. Впали. Короче, так, подойти, мы его проломить. Один. Угу. О, набор пончиков. Заберу. Это я тоже заберу. Вот странно, если я это все не забрал. Все-таки тоже как бы следующий квадрат. Ну да, нам это в любом случае осматривать. Так что можно сразу это сделать. Так, первый этаж вроде как весь обобран. Дальше идем. Выкинул вместе с бухлишком. Угу. Это все я тоже собираю, забираю, собираю, забираю. Угу. Так, хорошо. Здесь что у нас? Ну, приятно. Метро я сейчас осматривать не буду. Она долгая. Ну, как долгая. Средних размеров. В принципе, у нас она касса. Довольно объемная, на самом деле. Поэтому сейчас я ее смотреть не буду. Но я ее обязательно посмотрю. Не переживайте. В следующей части, возможно. Рика, расписание платежей надо посмотреть. А чё, она беременна, что ли? Да нет, просто жирная. Да, так, расписание платежей, да? Расписание платежей. Новые тарифы. 10 крышек фермеры, дети, 30 крышек наемники, 50 крышек торговца, 80 крышек фургона, 200 крышек митмена. Не связывайтесь со стрелками, уроды веселого брони, пропустите их про... и просто присмотреть за ними. Свинтов стрелять на месте. Короче говоря, разбойники с большой дороги. Ну, уже мертвые. Так, а там мы были? По-моему, нет. Нет, 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 не были. Мы отсюда пришли. Найдем сюда. Собака. Шумит. Угу. Больше ничего вроде как нет. Угу. Тут ничего. Я сейчас стукну эту группу пса. Угу, магазин. Всяких промышленных вещей, вещичек. Hey. Угу. Шел. Я все забираю. Я все тоже забираю. Я забираю. Уж, конечно же, забираю. Угу. Все забрали. Ну, вроде как.
Что-то мало лута. Может, так задумано? Не знаю, не знаю. Спорный момент. Кэш. Просто интересно уже посмотреть, сколько мы, конечно, тут насобирали. Наверное, очень много. Так, тут еще... А, здесь я не был. Угу. Сейф сложный. Окей. Опли-допли. Немножко лута. Еще меньше опыта. Хотя спорный вопрос, чуть больше. Так, вообще-то мы немножко увлеклись. Но это плохо. Это нет. В само метро сейчас я не пойду. Это колледж сквер станция, да-да-да. Мы ее, безусловно, осмотрим, но не сейчас. Мы были. Тут мы их укладываем. Респаун вещей прошел, да? Ну ладно, мы помним, что мы с вами смотрели, а что не смотрели. Если кто-то в чем-то сомневается, может посмотреть или пересмотреть предыдущие части, потому что мы тут все это собирали, эти придурки нас нападали вроде как. Хотя, может быть, это был другой автобус. Просто я смотрю, тут уже где-то прошел респаун вещей. Стоп. Листовка Jamaica Plain. Такой же Jamaica Plain. 17-23 октября 2077 года. С 8 до 17.00 без выходных. Откройте для себя великолепные сокровища Jamaica Plain. Уникальная выставка продлится всего одну неделю, после чего эти бесценные экспонаты поместятся в сокровищницу, и больше их никто не увидит. Приходите на уникальную выставку всей семьей. Jamaica Plain, Бостон, Массачусетс. По-моему, мы ее читали уже. Но это не точно. Угу. Так, смотри, что у нас тут. Реклама на трассе. Октябрьские традиции. Воскресенье, 31 октября 2077-го, at Кайф Сити. Генеральный спонсор Макфеллон совместно с бостонским шоке-клубом. Три гонки мирового класса. Призовой фонд $450 000. Угу, интересно. Все. Угу. Да ёп. А, ну наверх мы заходили. Вот сейчас и проверим, если тут вещи зареспавнились. Но это мы собирали. 100%. Да, респавн вещей прошел. Это место я точно чистил. Да. Так, ладно, раз уж мы сюда пришли. А, гуль заспавился там или нет, вряд ли. Ну да, мы ее открывали. Угу. Так, ладно, эту часть квартала, если так можно сказать, мы осмотрели. Угу. Сейчас я вернусь на предыдущий квадрат. Чуть-чуть пробегусь по нему, чтобы быть убежденными в том, что мы ничего не пропустили. Потом мы досмотрим этот квадрат. А дальше как время пойдет, просто я не понял, во сколько я начал часть. Я сейчас ориентируюсь на подсветку моего телефона. Когда она погаснет, полчаса пройдет вторая. Первый раз, когда гасла, я говорил. Поэтому за это не стоит переживать. Да не думаю, что мы здесь что-то пропустили. Не. Ну все, значит, считаем, что этот квадрат мы с вами полностью смотрели. Ну да. Угу. Потому что осмотр квадратов — это дело такое специфичное. Нельзя присесть, нет. Не очень-то и хотелось. Так.
Это мы осматривали. Тут у нас есть что-то. А тут... Не вижу, по крайней мере. Нет, ничего здесь нет. Нет, тут ничего, блин. Ладно, следующий квадрат. Уже как раз где-то здесь начинается. Угу. Все то, что слева, то наша юрисдикция. Да, я знаю. Но это не слева, но тем не менее. А, просто знак. Больше, что ли? Что-то похожее. Мы же его осматриваем. Да-да-да, все правильно. Угу. Полицейский участок. Мы сейчас туда не пойдем, понятное дело. Времени нет на это. Зайдем. Возможно, в следующей части. Угу. Где-то здесь он заканчивается. Что здесь? Просто отмечено на карте. Почтовое. А, кафе. Что-то типа. Опять эти придурки. Замахали. Ну, они правда замахали. Не, ну я не против им преподать урок вежливости, но они замахали. Ну, вот там нет. А, тут есть случайная встреча. Дебилы. Еще один. Угу. Придурки. Неплохо портануло. Так, карту. Мы немножко вообще-то нарушаем. Ну да, трошки макарёшки. Так, стоп. Так. Ну, почти. По этой стороне. Угу. Неужели мы это всё собрали? Заезд? Нет. Не буду ничего комментировать. Кто-то могилу копал. Почему череп нельзя забрать? Ну ладно. Хотя бы он нам пригодился. О, бедный Йорик. Что я буду еще мучиться. Угу. Бедный молочник. Опа. Это не совсем наша юрисдикция. Мне это мало волнует. Чего, одни выстрелы? Нормально. А, вот что, здесь много бутылок. Наверное, я собирал бутылки. Но это не наша юрисдикция, но раз уж мы здесь. Ух, весело. Ну, очевидно, что я не это хотел сделать. Ладно, начали прибиваем, потом. Не собаку загрызают. Пипец. Минус клапан. Да блин, очевидно же. Турки. Все, минус кладка. Так, со всех мяса пособирали. Пес ушел. Теперь вроде как со всех. Ну да. Теперь здесь полутники плодиться не будет.
Так. Сделали полезное дело. Возможно. Ну, не для болотников. Ну, это очевидно. Так, часы погасли, значит, пора заканчивать. Ну, сейчас по-быстрому этот квадрат осмотрим. Так, тут у нас есть что-нибудь? Нет. А если найду? Тогда ладно. Значит, квадрат идет как-то так, да? По той стороне. Тут дом, обратил внимание на него. Сюда он идет. Ну, как бы да. Дома эти знакомые. Нам мы их уже осматривали. И где-то, грубо говоря, вот до седа. Вот так вот можно проходить. Ну да. Так, тут мы не пройдем. Мусорщик. Ты хрен бы с ним. Мы не пройдем. Так что мы обойдем. Ну да, все это мы уже смотрели. Уже испан вещей пошел. Что у нас там по весу? Перегрузимся сейчас. Heads up. Ну ладно, компенсация за все те удачные попытки сбора. Так, то что типа кафешки. Из-под кофе. Вроде как все. Приятное местечко. Так. Так, ну тут мы все как бы осматривали. Просто пробегусь вдоль стенки, чтобы убедиться наверняка. Да-да-да, все это мы смотрели, тут мы были, да. Хорошо. Тут мы тоже все смотрели, как бы. Здесь мы были, да, были. Ну все, значит, мы это место полностью осмотрели. Только там одно место было, куда-то я хотел забежать. Сейчас туда вернемся, посмотрим. Я, в принципе, констатирую то, что этот квадрат мы полностью осмотрели. Ну, за исключением Кембриджского полицейского участка. И за исключением этой штуки, как она называется. Вот куда я хотел забежать. Не она ли это? А, да, это она. Ну и за исключением станции метро. Это уже будет в следующей части. А, сюда вообще залезть нельзя. А вроде да что-то есть, но залезть туда нельзя. Ну, раз нельзя, это не наши трудности. Правильно же ведь? Правильно. Чьи же еще? Так. Ну, сейчас вот здесь вот посмотрю более детально, мало ли. Да не, все, мы тут осмотрели. Не стоит переживать, этот квадрат мы зачистили. Ну все. Да. Значит, тут все осмотрено. В следующей части осмотрим полицейский участок. Плюс эту, как ее. Ну, поняли. Блин, замахали. Кто сойдет? Ай, убить можете. Капец. Уйдите. Блин, зачем пару раз? Блюдок, стой, я тебя убить хочу. Умирать не хочу. Капец, нахуй. Блюдки. Все, все. Карательная броня сита для левой ноги. Защита ключей 10% урона, получена в ближнем бою. Прикольная штука. Свойство хорошее. Блять. Что взорвалось-то? А что взорвалось? Тут даже машины нет. Ладно, бомбанул у кого-то, походу.
Пипец. Все. Да, пора сваливать. То опять на этих придурков нарвемся. Ну все, значит, этот квадрат мы с вами тоже смотрели. Какие сегодня у нас итоги, получается, мы пивоварню Бинтаун зачистили. Зачистили этот квадрат. Да, нет, он был зачищен, вот этот. Вот этот квадрат и вот этот квадрат. Ну, довольно весело, довольно неплохо. Что у нас там какие-то квесты висят на нас. А, Country Crossing. Я туда сейчас не побегу, мне в лом. Сами справитесь, не маленькие. Так, на стоянку грузовиков. Ну, вы знаете правила, опять... Понасилуем песика. Пойдем выгрузимся. Подъем итоги и закончим. Ну, как всегда, в принципе, ничего нового в этом плане здесь нет. Так, сразу отправляться. Так, пес. Да, я уверен, что это хорошо. Была нехорошая мысль. Все, всем это понравилось. Бла-бла-бла. Село брони копается весело. Никуда не идем. Так. Это уже психанул, убежал. Типа, а вдруг меня будут тоже обстреливать. Весело. Ну да. А что только не пойдешь, это то, что будет сейчас отношения со спутниками. Здесь в игре. С напарниками. Спутники, напарники, можно и так, так называть. Ай. Конечно же. Ну да, значит, следующая часть это у нас станция и полицейский участок. Может быть, квест выполним этого чудика. Dog! Over here. Mm-hmm. Move here. Here. Head over there. Где этот придурок? Я его даже не вижу. Пишет, пишет. Hey, go there. There. Твой пес. Heads up. Mm-hmm. Лам. Ну, все быстрее. Двойных денег. Красиво. Весело. Это хорошо. Пепельница. Подносы. Да, много всего понасобирали полезного. И не очень. Тут нет. Бесполезного. Пачки сигарет я поукладывал, да? Вроде как. Угу. Так, оружие. Броню. По-моему, такой не было еще. Угу. Да, у нас идет взрывчатка. Сюда. Вот эта шняга. Угу. Почти 100 наборов пончиков, весело. Так, сюда. Вся остальная помощь.
Так, на вес было что-то. Так, сюда одежда с легендарным свойством. И все. Угу. Сюда шапка охранника. Каска, да. Сюда все остальное. Да, все правильно. Ну, вроде как, да. Ну, да. Тогда, если мы отправляемся в следующей части сюда и туда, самый ближайший Грейк Гарден, тпхнемся, промотаем время. Кстати, время суток, я так полагаю, не принципиально, потому что мы будем рыться, прерывающие в интерьерах, поэтому просто один часик поспим. Угу, угу. Ура, ну выполнено, ну не провалено. Бла-бла-бла. Какие бесты эти тупые роботы. Сколько фишек. Кстати, как там дела в замке обстоят? 5 человек. Потом наведаемся как-нибудь. Yeah. Так, что я хотел? А, поспать. Ну все. Сохранились, по-моему, итоги заканчивать. Итоги я уже подвел. Мы осмотрели все то, что мы сами осмотрели сегодня. Не буду повторяться. Пиларни Бинтаун. Плюс 2 квадратика на территории близко к Кембриджу, по сути. Ну да, в юрисдикции Кембриджа. По локации, если так можно выразиться. Ну что, мои дорогие друзья, на связи был Ам Кабацкий, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео, с вами старым добрым консервативном канале. Всем пока.